В 11 серии Элла начинает строительство мегамолла. Она едет к Голубю, чтобы отметить такое событие. Никогда еще Элла не была так счастлива, как сегодня, и так несчастна. Элла узнает, что у Голубя есть семья, находит фотографию жены и дочери. Зоя решает удочерить Иру, но Иван не разделяет Зоиного оптимизма. Ольга узнает, что у отца роман с сиделкой матери Валентины. Оля не знает, как поступить. Валентина прекрасно справляется со своими обязанностями. Из-за болезни мама ничего не понимает. А отец еще не старый мужчина. Отец обещает Ольге, что никогда не оставит маму.